Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Культового актера оплакивает его звездное семейство. 50-летняя кинодива отдала дань уважения покойному отцу своего мужа Майкла Дугласа. У Кэтрин Зета-Джонс, Кэтан Зета-Джонс, всегда были очень теплые и доверительные отношения со свекром. «Мой дорогой Кирк, я буду любить тебя до конца своей жизни. Я уже скучаю по тебе. Спи сладко», — поделилась звезда сериала «Королева Америка». Кэтрин всегда демонстрировала свою любовь и уважение к культовому актеру золотой эры Голливуда. Она часто делилась совместными фотографиями с Кирком, устраивала для него семейные праздники. В августе Кирк гордо сидел во главе стола, когда он обедал с четырьмя поколениями своей семьи. Актер был в окружении самых близких людей, столетней супруги Энн, сыновей Майкла, Джоэла и Питера, невесток и внуков. Самой маленькой оказалась его годовалая правнучка Лоа, сообщает Daily Mail. Именно Кэтрин тогда организовала большой семейный обед. Своим детям, 19-летнему Дилану и 16-летней Кэрис, она также привела безграничное уважение к знаменитому деду. Кирк не раз спасал брак старшего сына, когда эмоциональные Кэтрин и Майкл были на грани развода. Патриарх жесткой волевой рукой прервал пагубное пристрастие сына к наркотикам. Тогда у него состоялся серьезный разговор с Майклом. Он заявил, что пережил страшное лишение, чтобы выбраться из нищеты. Кирк родился в семье эмигрантов из Белоруссии. Дуглас-старший отрезал, что не намерен смотреть, как его сын катится назад в бездну. Майкл Дуглас трогательно высказался о смерти любимого папы. Многие звезды принесли соболезнования из-за смерти Кирка Дугласа. Он был одной из самых больших звезд всех времен и блестящим актером с незабываемой, пылающей харизмой, отметил актер «Звездных войн» Марк Хэмилл. Кирк Дуглас. Вдохновляющий бездельник. 103 года на этой земле. Это звучит очень мило. Здорово было зависать с тобой, мужик, простился с товарищем Дэнни Девито. Соболезную семье Кирка Дугласа. Какой невероятной иконой он был в этой индустрии, заявил Уильям Шатнер. Джейсон Александер признался, что убит горем новостью о смерти своего приятеля Кирка. Он был другом и абсолютной легендой о звезде и человеке. С каждым днем ему становилось все лучше. Для меня было такой честью познакомиться с ним. Посылаю свою любовь к его семье. Нам бы пригодился настоящий Спартак, высказался актер. В прошлом году звездное семейство, словно предчувствуя скорое расставание, в полном составе собралось, чтобы отметить день рождения Кирка. Со второй женой Энн легендарного актера связывали красивые истории любви и более 65 лет брака.